Только у Бресте постане на 1 снежня организации будовнейшего профилю заявили больше за 200 вакансий муляров, тынковщиков, облицовщиков, плиточников, маляров и инших рабочих специальностей. Так само наймальники мают потребу у инженерах-будовниках. У целом у Брестской области с початку года потреба у работниках выросла амаль удвоя. У областным банку вакансий налишивается каля 7 тысяч свободных працовных мест. У студии листопаде службы занятости працовладковали каля 25 тысяч человек, у тым лику каля 16 тысяч беспрацовных. Сегодня наймальники у большей ступени мают потребу у кадрах по рабочих профессиях. Наибольш запотребованные – водители, швачки, сборщики обутку, муляры, трактористы, продавцы, медсестры. Так само немало працовных мест пропонуется инженерам, ветеринарам, бухгалтерам, фармацевтам, бетонщикам, операторам машинного доения, тынковщикам. Сярод беспрацовных наибольшим попытом корыстаются вакансии неквалификованной працовной силы. Например, на одно место дворника претендует 19 кандидатов, вартовника 17, грузчика 15. У Брестской области за 11 месяцев на подрыхтовку и переподрыхтовку накировано 1500 беспрацовных. Больше за 40% из них прошли навучание под конкретный заказ наймальника с гарантией дальнейшего працовладкования. С початку года уровень беспрацовья у регионе снизился и зараз складая 0,7%.